земельный участок еще был определен до меня. Он находится за территорией села Ивановка. Я знаю, что там были проблемы с жителями, которые там не хотят, чтобы следующее кладбище находилось. Земля определена, она утверждена всеми нормативными документами. Если будет необходимость в расширении и открытии нового кладбища, соответственно, мы этот вопрос также будем проговаривать с жителями села Ивановка. Хотя я знаю, что есть обращение там это кладбище не открывать. Но вопрос этот не решен на сегодня. Если места закончатся, мы сообщим. Соответственно, будет новая карта открыта, новое кладбище.